свидетельство полета является гражданин Соединенных Штатов Америки Дэнни экипажа. Пресс-конференция рассчитана на данный, значит, пресс-релиз, где принимает участие Юрий Петрович Каргополо, это начальник отдела планирования вот этого суточного автономного полета. And because there might be, you know, some people and senior management at NASA that might not be that enthusiastic about it, I think there's really going to be a lot of positive developments, both between our two countries, but also it will be a positive for NASA, because I intend, when I get back, to help communicate the ISS to the American people. Использование космических технологий является убедительным аргументом поклонки вооружений в космосе. Международное сообщество давно при поверхности представляет важнейшие данные, необходимые для того, чтобы... Мы ведем эти переговоры, и я думаю, что в основном мы настроены на то, чтобы найти согласие в этом вопросе. Ну, мы даже не рассматриваем этот вопрос, если честно говорить, о том, что Деннис не полетит. Здесь уже было заявлено руководителями космической отрасли России о том, что если Тита не полетит, то не полетит вообще корабль. А это поставит в такую тупиковую ситуацию всю программу международной станции, что это невозможно. Поэтому полет состоится, и состоится с Тита. Пожалуйста, солдат.